Дорогое руководство и труженики телеканала «Союз», примите поздравления от православных христиан Новороссийской епархии с очередным годом вашего бытия. Вы делаете очень важное дело не только для православных христиан, но и для тех, кто ищет Бога в своей жизни. Вы показываете православную жизнь в нашей стране и за ее пределами. Вы даете людям то, что они ищут и порой найти не могут. Для многих людей вы являетесь путеводной звездой. Более 2000 лет назад звезда привела волхвов к Господу Иисусу Христу. И сегодня вы показываете людям путь, и они также идут и находят Христа в своей жизни. Светите нам всегда, будьте для нас маяком, указателем, приводите людей к Богу. Спаси вас, Господи!